«Спас на крови» – это, вне всякого сомнения, одно из самых замечательных и интересных мест Санкт-Петербурга. Но такова традиция нашего города – этот храм постоянно ремонтируется. В этом году исключения не произошло. И поэтому мы предлагаем вам другой альтернативный вариант. Команда, швартовы отдали, из якоря снялись. Стоим по местам, как положено, крепко стоим. И снова от стенок уходим в далекие дали. И снова не знаем, когда возвратимся к родным. И слышится рокот волны набегающей рока. В атаку пошел на корабль штормовой океан. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку. Положено в чистом на бой выходить морякам. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку. Положено в чистом на бой выходить морякам. А у Финского залива, недалеко от Санкт-Петербурга или Ленинграда, неважно там как говорить, есть еще маленький заливчик, который называется Маркизова лужа. Вход в эту Маркизову лужу прикрывает цепь островов, самый большой из которых этот остров Кронштадтский, на котором Петру пришло в голову построить город-крепость. Я не буду говорить о военном значении этого места, но сам по себе городок достаточно забавный. Туристическим центром Кронштадта является морской собор. Конечно, по архитектурным достоинствам он, видимо, не дотягивает ни до Спаса на Крови, ни до храма Василия Блаженного, но кое-что в нем необычно. Дело в том, что внутри этого собора собраны имена всех, ну, наверное, почти всех моряков, которые когда бы то ни было погибли в сражениях и просто во время плавания. Уж так повелось, что матрос на вершине печали натянет фланельку, которой нет в мире белей. Поэтому так берегут моряки белых чаек, ведь в чаек вселяются души погибших друзей. Когда на эскадру выходит корабль одиноко, живот положить, но геройством прорваться в века. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку. Положено в чистом на дно уходить морякам. На плечи литые ушла ты привычно ложаться, и ленты сжимались зубами во все времена. Братишки мы, это солдаты российские, братцы, душа полосатая наша, стихии верна. Так пусть никогда нам не ведать пучины глубокой, и коль доведется вернуться к своим берегам, по первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку. Положено в чистом в свой дом заходите морякам. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку. Положено в чистом в свой дом заходить морякам. После морского собора обязательно надо заехать на эти руины крепости, построенные не то Петром, не то кем-то после него, потому что здесь находится заказник, нельзя пугать птиц и нельзя жарить шашлыки. Но все это делают. Находясь в Петербурге, Кронштадт нужно посетить обязательно, тем более, поскольку всего в нескольких километрах оттуда находится Петродворец. Но главное – не пугать птиц. Мы
над Кронштадтом туман. На этом острове главное не пугать птиц. А кругом тишина, тишина до огни маяков. И сама не пойму, не пойму, почему. Где-то в море они, дни и ночи одни, далеко, далеко, далеко от родных берегов. И уметь надо ждать, ждать опять и опять. Спокоен моряк, верность лучший маяк. Никакой ураган, ураган не погасит любовь. А кому не понять, как любимого ждать? Вот тут-то про них все и написано. На острове Котлин можно делать все, что угодно. Главное, это не пугать птиц. Во время съемок всех этих видеофрагментов ни одна птица не была испугана. Тишина, тишина до огни маяков. Может быть, от того, что люблю одного, я за всех, я в тревоге за всех моряков. За всех моряков.